ищете новые развивающие игрушки для деток 2-3 лет, то это может быть мозаика от итальянской фирмы Кверчетти. Это очень яркая мозаика, которая поможет деткам освоить новые цвета, формировать художественный вкус, аккуратность, точность, формировать внимание и искать себя в творческом направлении. В этом наборе 48 крупных фишек диаметром почти 3,5 мм. Какие цвета? Красный, желтый, голубой, зеленый. И 16 карточек с образцами. Распаковав чемоданчик, вот я показываю содержимое. Это фишечки, яркие, красивые цвета, достаточно крупные. В наборе идет вот такая вот планшетка, ножки для планшетки и карточки. Это 8 карточек, которые идут в наборе. Карточки двусторонние, одна сторона цветная, и фишечки, соответственно, нужно оставлять в те кружочки, которые соответствуют данному цвету. Вот такая карточка, с другой стороны черно-белая. Это уже для более взрослых деток, чтобы формировать память и тренировать ее. Вот такая вот улиточка и черно-белая улиточка. Кораблик. Карточки разной сложности. Дракон. Рыбка, домик, божья коровка, бабочка. Сразу скажу о недостатках. Эти карточки выполнены из картона, хоть и из плотного, поэтому нужно быть достаточно внимательным, хотя эти карточки вставляются в планшетку, потому что у меня мама есть и детей, которые любят попробовать все на вкус, проверить, насколько оно плотное. Так собирается конструкция мозаики. Значит, планшетку засовывается вот эта вот карточка цветная. Здесь есть на обратной стороне планшетки небольшие пазы, чтобы карточка держалась. И одеваются ножки. Без особых усилий. Возможно, это тоже может быть минусом, потому что ребенок с легкостью самостоятельно сможет сам разобрать эту конструкцию. Как вы можете наблюдать, планшетка стоит под углом 45 градусов. Фишечки вставляются достаточно легко, без особых усилий. Особых трудностей для ребенка это тоже не составит. Мягко прилегают к планшетке. Вот такая чудо-мозаика от фирмы Кверчетти Италия. Не могу пока сказать, как моя Майя собирает эту мозаику, поскольку мы приготовили ей эту игрушку на праздник Святого Николая под подушку, поэтому чуть позже смогу сделать отзыв, если он будет необходим. Но пока мое мнение, что однозначно игрушка полезная, полезна для развития ребенка и увлекательна будет также не только для самого малыша, но и для родителей тоже. Спасибо за просмотр, спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь. До свидания.